вами Александра и проект InDubai. И сегодня я вам расскажу о новой уникальной возможности, которая появилась в Дубае. Это возможность покататься на трайке. Я это испытала на себе. Сегодня утром совершили поездку по городу Дубай, по Шейх Заед Роуд, потом по Джумейра Роуд. Что хочу сказать от себя? Это очень интересно и весело. Для меня, это очень новое интересное впечатление. Я раньше каталась на мотоцикле. Здесь, конечно, безопаснее. Это быстро, это скорость и открытое небо над тобой. То есть посмотреть все достопримечательности Дубая можно гораздо лучше, и это интереснее. Я хочу вас еще познакомить с одним человеком, его зовут Франческо, и он приехал специально из Италии, чтобы испытать это новое средство, и по совместительству был моим водителем. Франческо, первая поездка на трайке? Да, первый из многих, которые я буду делать. Смотри, это супер отлично. Готов рассказывать об этом своим друзьям? Это сейчас буду в аэропорту, летаю в Италию сразу, и в Россию, скажу, приходи здесь в Дубай, будет веселое время. Там холодно, приезжай здесь, мотоцикл берем, тусуем, погуляем в город. Чао-чао, ragazzi, приезжай. Что больше всего понравилось? Музыка, энергия, жарко, и особенно тебе, который тебе рядом со мной. Зас мне. Говорить о самом трайке, то очень удобно и для меня, что немаловажно, безопасно. Есть ручки, чтобы держаться, но, если честно, когда ты катаешься, просто забываешь об этом. Хочется, охватить побольше того, что вокруг тебя, хочется помахать людям, которые едут рядом с тобой. И куча эмоций, на самом деле, сопровождает поездку. Амич, ми раккоманду, venite qui a Dubai, ci vediamo le moto, le bellissime donne. Il bel tempo, dei simpaticissimi ragazzi, che state a fare lì? Venite qua che ci divertiamo, guarda che figata! Forza, forza Italia, ciao ragazzi! Когда я села первый раз, на самом деле было немного страшно, немного необычно. Но еще больше драйва добавляет, конечно, музыка, потому что, под веселую музыку уже как-то веселее, настроение не то, и уже не так страшно. На байк я, может быть, и не села бы уже, особенно на дорогах Дубая. Здесь, на трайке, для девочек, это интересно и безопасно. Nothing to say. Music, motorbike, hot, nice girls, nothing more you can expect. From a beautiful place, spend some energetic time on a nice motorbike and come over and let's have fun, okay? Хотелось бы поблагодарить компанию Flybike за такой отличный день, за море эмоций и за новые впечатления. Если вы хотите покататься, вы обязательно захотите, я в этом уверена, то переходите по ссылочке, она внизу, там сможете узнать больше об этих интересных штуках, записаться и покататься в дальнейшем. Спасибо нашим водителям за отличный день. С вами была Александра и проект InDubai. До встречи!